В этот зимний период ТЭЦ «Нарына» будет обеспечивать теплом 20 госпредприятий, 88 многоэтажек и 31 частный дом. В самом холодном климатическом крае страны эта работа требует особого подхода. О том, какая подготовка идет сейчас на Нарынской области к зимнему отопительному сезону, наш следующий репортаж. Квартира ветерана труда Медербека Султаналиева всегда зимой плохо отапливалась. В этом году хозяин еще летом подготовил свое жилье к зиме. А тут еще и объявили, что их дом будет подключен к городскому центральному отоплению. Дай бог, в этом году к зиме готовы. Я думаю, что теперь будет тепло. В этом доме еще 183 квартиры. В этом году ТЭЦ «Нарына» провела капитальный ремонт трубопроводов. Всего на эти цели было выделено 1,5 миллиона сумов. Кроме этой многоэтажки, есть еще и дома батальонов. Мы к отоплению подключаем еще 4 только что построенных объекта. Увеличилось и количество котельных с 22 до 26. Практически во всех котельных Нарына установили современное оборудование. Теперь можно надеяться избежать аварий, особенно зимой. Корейский котел. Это корейский котел. Мы привезли 2 таких. Сейчас монтажные работы завершены на 95%. Очень экологичные котлы. Практически нет дыма. В прошлом году нарынское предприятие теплоснабжения заработало 27 миллионов сомов. На 5 миллионов предприятие построило себе новый двухэтажный офис. Также отмечу, что 3700 тонн угля из 4200 требуемых на прохождение этого отопительного периода были завезены еще в прошлом году. Алтымбек Таланбеков, Нуркыс Абдрахманова, Общественный первый канал.